Привет! Сегодня я к вам с рецептом пирога день и ночь по вкусу, как торт, нежный и очень вкусный. На приготовление уходит не больше 20 минут вместе с выпечкой, все как вы любите. В миску разбиваем 2 яйца, кладем 1 банку сгущенного молока весом 380 грамм, ванилин, соль 1 треть чайной ложки, перемешиваем венчиком. 100 грамм сливочного масла растопим, остудим и добавим. Перемешиваем. Отставляем в сторонку, отмерим 150 грамм муки, добавим 1 чайную ложку разрыхлителя. И перемешаем. Теперь муку с разрыхлителем добавляем в тесто и перемешиваем. Вот такое тесто получается. Разделим тесто на 2 равные части. В одну часть добавим 1 столовую ложку какао-порошка и перемешаем. Берем противень, у меня размеры 32 см на 25 см. Застелим бумагой для выпечки, смажем маслом. На одну половину кладем темное тесто, на вторую светлое. Разравниваем и печем в духовке при 180 градусах 12-15 минут. Во время выпечки противень не открывайте, чтобы пирог не осел. Вот такой он получается пышный и воздушный. Пирог вынимаем из формы и даем ему остыть. Приготовим крем для пропитки пирога. В миску кладем сметану с жирностью 20-25%. Добавляем сахарную пудру 2-3 столовые ложки или по вкусу. Перемешиваем венчиком до растворения пудры. Миксером взбивать не рекомендую, крем может стать жидким. Остывший пирог обрезаем, разрезаем на 2 части. Смазываем сметанным кремом. Вторую половину смазываем и кладем смазанной стороной вниз на первый корж. Теперь смазываем бока и верх. Обрезки измельчаем блендером или руками и посыпаем пирог. Пирогу даем при комнатной температуре постоять минут 20. А теперь разрезаем и подаем к столу. Оставьте в комментариях улыбающийся смайлик, если вам понравился рецепт. Для меня важно получать от вас обратную информацию. Буду рада быть вам полезной, если рецепт вам пригодится. А я вам желаю приятного аппетита и отличного настроения.